Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в столичную клинику. По сведениям СМИ, 80-летняя артистка сейчас находится в реанимационном отделении. Актрисе стало плохо накануне, 24 февраля, поздно вечером. Лидия Николаевна почувствовала недомогание и боль в груди, после чего обратилась к медикам за экстренной помощью. По некоторым данным, у нее был диагностирован острый инфаркт. Однако муж актрисы, Бори Алибасов, не подтвердил информацию об инфаркте супруги. Он заявил, что состояние Лидии Николаевны не является критическим. По его словам, у нее случился небольшой скачок давления. Нормально себя чувствует. Был небольшой подъем давления, оставили где-то на сутки, цитирует Алибасова телеканал 360. Напомним, что свадьба Федосеевой Шукшины и Алибасовой минувшей осенью стала главной сенсацией в мире шоу-бизнеса. То, что они готовятся связать себя узами брака, не знали даже самые близкие друзья пары. Это решение было спонтанным, а инициатором этого события стал Бори Каримович. Идея жениться на Лидии Николаевне пришла ему в голову на свадьбе его друзей. Замужество музыкантом стало для артистки пятым, а Алибасов женился в седьмой раз.